Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Климова, и вы в видео «Завораживающий русский», где мы говорим о самых интересных словах русского языка только на русском языке. Если вы понимаете почти все, супер, молодцы! Пожалуйста, ставьте лайк, чтобы я могла понять, что вам нравятся эти видео, что я должна продолжать. И, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы получать новые видео. Также у меня на сайте, смотрите подкасты, статьи и, конечно, мой клуб «Русская дача», чтобы получать видео и подкасты каждые 5 дней. Сегодня у нас очень красивое слово, это гостеприимный, гостеприимный. Гость это человек, который приходит к нам домой. Гость, принимать гостей. Принимать гостей значит иметь гостей дома, иметь дома людей. Гостеприимный значит человек, который любит, когда дома есть гости. Вот очень-очень-очень хорошее слово. Гостеприимный. Гостеприимная. И характеристика – это гостеприимство. Гостеприимство. Ну, какие у нас есть народы? Народы – значит национальности, у которых есть репутация очень гостеприимных. Ну, например, грузины. Грузины. Есть такой стереотип, что грузины, люди из Грузии, очень гостеприимный народ. Они очень гостеприимные. Повторите, пожалуйста, это слово. Гостеприимный. А какие еще? Ну, тоже армяне. Гостеприимный народ. В моем опыте французы очень гостеприимный народ. Очень любят вас приглашать на обед. Весь вечер пить вино, есть. Тоже шотландцы. Мне кажется, шотландцы очень гостеприимный народ. Ну и в каждом народе есть гостеприимные люди и, может быть, люди, которые не очень любят домой приглашать людей. Я, например, очень гостеприимная, я люблю приглашать гостей, особенно на ужин, на обед. А мой муж очень хорошо готовит, вот, а я хорошо мою посуду. Вот мы гостеприимные. А вы, дорогие друзья, дорогие зрители, вы гостеприимный человек? Вы можете сказать, да, я гостеприимный, я гостеприимная. Мы армяне, мы узбеки, мы американцы, мы гостеприимные или мы гостеприимный народ? Пишите в комментариях и посмотрите несколько раз, как писать это слово. Вот, пожалуйста, заходите на мой гостеприимный сайт и подписывайтесь на мой гостеприимный канал. Спасибо, что смотрите. До скорого. Пока-пока.